Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. И сегодня я буду собирать все ключи в Тока-Бока. Перед началом ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ну а мы начинаем собирать. Первое место, куда мы отправляемся, это мой дом. Да, ребята, там тоже есть ключи. Здесь мы просто берем, заходим в инвентарь, теперь в гостиницу, нажимаем на машинку. И начинаем листать вниз, до конца практически. Вот долистали, вот наш ключик. Ребята, мы его здесь можем получить сколько хотим. Сколько угодно ключей. Но нам нужен только один для нашей коллекции. Потому что так неинтересно. Сейчас миллион вот так вот наделаем ключей и все. А также мы возьмем здесь коробки, чтобы в них можно было класть ключи. Один ключ мы нашли, теперь мы отправляемся в следующее место. Я точно помню, где есть достаточно много ключей. В отеле. Поехали на нулевой этаж. Отлично, я на месте. Вот тут наши три ключа. Они очень красивые. Золотой, серебряный и бронзовый. Оп. Вроде бы это все ключи. Можно ехать дальше. Окей, теперь попробую найти какие-нибудь ключики в банке. Так, отойдите, люди. Вот, присаживайтесь и кушайте конфетки. А я пока открываю вот эту секретную дверь и достаю из нее золотой ключик. Красота. Теперь погнали добывать следующий ключ. Он тоже будет в банке. Ой, приветик. Нам предстоит открыть все двери. Ого. Так, охранник, не переживай, мы не будем ничего воровать. Просто будем искать ключик. А вот и он. И, кстати, он тоже золотой. Уже три золотых ключа, представляете? Точно не помню, есть ли что-то здесь. Давайте взломаем систему, посмотрим. Нет, ничего нету. Ладненько. Едем на 56 этаж. Оп, тут люди сидят, работают, мы мешать не будем. Нам нужно попасть вот сюда, к директору. Открываем секретку. Отлично, все верно. Теперь нам нужно открыть холодильник. Так, ну вот это вот мы не берем. Какашечку оставьте при себе. А замороженный ключ нам нужен. Замороженный ключ, это классно. Я его даже размораживать не буду, он очень красиво и так выглядит. И необычно. А то золотых ключей у нас уже много, а ледяного нету. Вроде бы больше ничего нет в банке. Можно ехать на следующую локацию, где должны быть какие-нибудь необычные ключи. Ну или даже несколько. Давайте попробуем поехать в полицию. Там наверняка есть ключи от комнат тюремных. Хоп. Так, ого, тут есть разная маскировка. Как я вам вот такая вот, с косичками? Или, может быть, мне вот такую шляпу надеть полицейскую? Да, мне больше всего нравятся радужные волосы. Очень ярко. А то лица моего не видно, хотя бы вот так вот буду вам светить. Что же тут? Какие-то преступники. Ой-ой-ой, зачем я его выпустила? Хорошо, что он не успел убежать. Ага, вот и ключи, ребята. Почему? Вы не закрыли здесь ничего, я же просто открыла. А-а-а! Нет, зачем я ему дала ключи? Нет! Так, сиди там, закрываем. А эти ключики я беру с собой. Кстати, раскрою вам секрет, их можно даже съесть, чтобы преступники точно не выбрались и не украли твои ключики. Либо же просто полицейские очень любят кушать. Посмотрите, сколько у него пончиков. Ну, ключики мы забрали. Можно ехать дальше. Прежде чем мы поедем проверять дома, в которых могут быть ключи, мы отправимся в торговый центр на третий этаж. Теперь мы проходим через вот эти все туалеты, попадаем вот сюда, на открытый воздух, на вот такой балкончик с растениями. Давайте посидим немного, отдохнем, а сорока пока поищет, где же тут наш ключик. Кольцо, ложка, монетки какие-то. О, а вот и наш ключ. Кстати, очень красивый. Супер, ключик мы нашли. Теперь можно отправляться дальше, как я и говорила, по домам. В какие домики нам нужно заехать? Ну, давайте вот сюда. Я на месте, приехала. Оп, где же тут у нас ключики? Открываем, открываем все. Ага, даже открывать не пришлось. Они лежат вот здесь вот.
Тут сразу три ключа в одной связке, офигеть. Золотой, серебряный, бронзовый, да, отлично. Квартира достаточно маленькая, я не думаю, что здесь еще есть какие-то ключи. В какой дом поехать дальше? Где могут быть ключи? Поехали вот в этот домик. Ух ты, ребята, да, я сразу нашла нужный домик. Посмотрите, здесь целых два ключа. Ну, а если быть точнее, целых четыре. Вот это я, конечно, хорошо зашла. Сейчас мы их всех заберем. Ну, конечно же, это уже все повторки, это у нас уже все было. Ух ты, собачка. Так, давайте проверим, нет ли тут еще ключей. Вдруг здесь их еще больше. И так непонятно, зачем им столько. Ну, в шкафу тоже ничего нету. Жаль, только паспорт. Ладно, я думаю, что можно поехать дальше. Теперь мы едем на мою любимую зимнюю локацию. И здесь будем все проверять. Первое, куда мы поедем, это магазинчик Чилибанс. К счастью, тут есть не только сам магазин, но и очень вкусная бургерная. Ой-ой-ой, давайте-ка мы все-таки покушаем. Главное, все ключи сейчас не выбросить в мусорку. Фух, опасно, опасно. Ну, бургер, конечно, был очень вкусный, но нам пора отправляться на поиски ключей. Как вы думаете, где они могут быть? Тут столько разных вещей, посмотрите, просто глаза разбегаются. Все можно взять, потрогать. Ну, ключей нету, все что угодно есть. Даже какашка, посмотрите. Какашка, серьезно, какашка? Я в шоке. Давайте открывать здесь секретку. Тут, по-моему, их целых две. Вот еще одна. Ух ты, какой милашка. Нам нужны потерянные вещи. Вот они. Что тут есть? Очки, компас, планшет, груша. Это что? Карандаш, монетка, ножка целая. А вот и наш ключик. Ой-ой-ой, уже все переполнено. Кладем сюда. Супер, ключ найден. Я предлагаю вам поехать еще куда-нибудь и посмотреть. Тоже в этом городе. Поехали, посмотрим. Пом-пом, листаем. Я приехала сюда, потому что здесь тоже есть коробка с потерянными вещами. Вот она. Блин, ребята, к сожалению, тут только телефон и яблоко. Интересно, кто же их потерял? Короче, ключей на первом этаже нету. Куда вы их дели? Ладно, на первом этаже не будет, будет на втором. Супер, я приехала. Здесь у нас есть разные вещички. Салюты. Вау, 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 очень красиво. Нет, ну это все, конечно, очень классно и круто. Но где ключи взять? Вот возьмем эти очки, положим на огонь, растопим их и скрутим потом ключ. Да, где же их еще найти-то? А у нас так и продолжает лететь салют. Очки у нас так там и жарятся, но ключей я все-таки не нашла. Обидно. Ну, мне кажется, что я уже все нашла. Давайте-ка поедем домой и посмотрим на все наши ключи. Делаем, как всегда, несколько шкафчиков. Давайте используем новые. Вот такие вот. Они мне очень нравятся. Будем хранить ключи вот в таких вот ящичках. Так, ну, первый ключ у нас вот этот вот. Он ничем не примечателен. Его можно достать просто в обычном инвентаре. Дальше, золотой. Вот золотой уже классный. Он идет в левую полочку. В левой полочке будут ключи, которые мне нравятся. А в правой те, которые, ну, так себе, не очень. Что же дальше? Ну, все золотые ключи идут в левую полочку, потому что они очень красивые, яркие. Ну, как яркие, обычные ключи. Но мне нравится, как они нарисованы, и цвет мне их тоже нравится. Дальше, еще один вот такого цвета ключ идет в правую полку. Ключ во льду, просто шикарный! Он у нас в единственном экземпляре. Дальше, вот такие вот ключики в наборе. Ну, это, конечно, все достаточно интересно, но они пойдут в правую полку. Не знаю почему. Просто я так решила. Они какие-то маленькие. И брелка даже нет, ребята. Представляете, как на ключах не будет брелка? Это же немыслимо. Еще один вот этот ключ. По три штуки, оказывается, у нас всего. Белый. Стоп. Это прям какой-то новый серебряный ключ. Он очень классный. В единственном экземпляре. Тоже идет
в левую полочку. Ну, а бронзовый, так себе, честно сказать. Он больше похож на коричневый, чем на бронзовый, если честно говорить. А вот эти ключи вообще очень странные. Ну, цвет у них, конечно, так себе, я вам скажу. Даже хуже, чем бронзовые. Но у них есть одна очень классная способность. Их можно съесть. Раз, и нету ключей. Съел, и больше челик из тюрьмы не выберется. Придется ломать дверь. Ну, а это были все ключи, которые я нашла сегодня. Ну, один у меня в желудке, а один вот в этой ледышке. Интересно, сможем ли мы его сейчас оттуда вытащить? Оп, отлично, сравним. Мне кажется, что это просто одинаковые ключики. Ну что ж, сегодня у нас больше всего золотых ключиков. Самые интересные я вам уже показала. Интересно, что же этими ключами нужно открывать? Если вы знаете, то обязательно напишите в комментариях. Либо же они просто так, для красоты. Было бы интересно открыть ими что-нибудь. Пишите в комментариях, если я вдруг забыла что-нибудь из этих ключей. Ну, могло такое произойти. А также ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось это видео. Ну а с вами была Алиса Че. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!